Записать, что ли, этот бой прикольный. Давайте поясню для телезрителей, что у нас только не баба не умеет зумить, да? Умеет она, слегка. Ну как, ну да, можно сказать, не умеет так. Итак, дорогие телезрители, мы тут играем с танком, который не умеет зумить, и он пойдет в зуму. И как я... смогу, так назумлю. Мама, папа, привет. Вот она, известность пришла, да. Так, у нас лук внизу, что ли? Ему там вард тогда я поставлю. Ты решил все вард... зумить, да? Ты поставь вход на голду, вард, чтоб не воровали ее, и верхний глиф. Ну, ребят, я тогда лес покажу. О, надо к нам пришла, смотрите. А что она хотела? Наш лес воровать? Вот гадина. Обнаглевшая. Она хотела наш лес. Не дадим наш лес. Че, опять она что ли вернулась? Совсем что избрендила? Да. Ой-ой-ой. Криво надо разбирать. Эпик, короче, замес. Ладно. Что-то вышло и сойдет. Я его на входе в лес поставил, так что смотрите. Ну, это, я тебя так и просил. Молодец, ты справился с заданием. Ух, криво там вообще. На миллиметр. Судьба. Блин, воевода что, озверел что ли, блин? Прыгает тут на меня. Спецом сдохло, чтоб ТП не тратить. Кстати, отличная фишка, я все время про нее забываю. А на верхний глиф ты поставила? На-ка не баба. Или куда ты второй еще? Нет, я один только поставил. Спешу. Ну, егерь, короче, будет просаживаться постоянно теперь. Почему? Дай-ка его закатит там вообще. Главное, чтоб я вкачался, я все равно буду тащить. Вот тебе, да. У тебя в разум леса хоть? Надо как? Да. Ну есть просто там уникум и все еще до сих пор есть. Ты мне звездопад, кстати, сделаешь? Хорошо. А почему уникум? Разные есть билды. У кого как хорошо получается. Не знаю, для меня ЦЦ люди, ЦЦ. Крио ушла, все слышали? Да, я дам. Она, походу, ей сделали свиток, и она голду пошла забирать свою. И пропустил при этом пак. Тут у нас ребята, дед. Ой, как здорово. Оу, что? Так что, идти туда? Мне как бы пак тут, ну блин, я не хочу. Че толком, все равно уйдет. У тебя есть стан? У тебя нет стана, правильно? Оставь его. Брака сюда. Уходим. Уходи. Просто... качаемся. Ты прогнал деда? Прогнал. Ты видишь, он пакнул забрал перед этим. Леса нет. Плохо. Егерь что-то делает. Ай-яй-яй-яй. Егеря сейчас заберут. По-любому. Нет, не заберут. Они сейчас на меня развернутся. Я приманочка. Нет, все. Смотри, тут мага почистил, а там дед. Гори. Так, я, наверное, на войну иду. Лес пустой. Чужой ворой, господи. Да, о, Крио вернулась. Не убей, сел попасть. Опа.
Эх, ёптать. Ладно, обменялись. Я тебе побомжую, но они пока. Не против, да? Давай. Зря я так поменялся. Она выше. Ой, ниже уровнем была. Звездопада не будет, да? И голы. А голды все равно нет. Отправил. Ты мне отправил это, птиц. А звездопад? Я говорю, они же не делаются мгновенно. Так тебе и надо. Бегу. Ну все уже, голды нет, можешь забить. Не надо, то есть. Делай, что хочешь, чувак. Я под инвизом есть там. О-о-о. Не получится заснять нагибательское видео. Кинь, она еще возвращается. Можно забрать ее. Как-нибудь очень по-хитрому. Ты постой там, типа, сделай вид, что ты тут. Окей, только что ты не отдавайся. Я постараюсь. Мне что-то готов? Ломает. Поехали. Уходим. Зря я, конечно, на льду слил, но на всякий случай. Ой, как здорово. Ты лес-то чисти. О, смотри, что тут. Так тебе и надо. Эти. Привет. Так, я отбегу на всякий случай. Оп. О! О! Ой, уходи. Ну ты веришь сам. Бля, это плохо. Плохо, что я себя слышать начал. Чего? Да, слышу себя эхо. Когда я говорю? Да. Раз, раз, раз. Блин, если бы я лесу, когда. Ой, криво когда забирал, не стал бы тратить ульту, то тех бы троих нагнули бы. Думаешь? Забирает нашего этого. Егеря. Кто-нибудь может ему помочь? Он под нашей вышкой стоит, ты чё? Так мы его загнали, молча. Криво встречаем, она в лесу. Там все. Свитки покупаем. Бегу. Нет, и понят. Что, больно? Ой, как здорово. Череда победы. Я сейчас после этого пака заберу голду, наверное, попробую. Привет, майор. Да. Привет. Ой. 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 Не, все нормально, я выжил. Они голду идут воровать, помогите. Огонь, огонь. Голду воруют. Слышите? Да бегу, бегу, такой нету. Сейчас умрет Нага, если повезет. Если я сам не умру, бляха. Спасите. Твою мать, ну почему никто никогда не успевает вовремя? Почему я перепутал гребаные свитки и стратил птиц? Почему мне так не везет? Почему, когда я записываю видео, такое говно выходит всегда?
Эх. И нету крема. Так, я, наверное, наверх, может? Ну давай, постой там на меду. Эх, все, уже не успел. Ой, да, как качался, он меня выносит. 16 уровня. Охренеть. Кто-то мид забирает. Медина бьет. Блин, егер не врубился, что я наверх пошел качнуться. Да, зачем мне сейчас хилка? Ну ладно, сейчас не. Все недовольны, да, все. Вот она, вот она судьба зумера. Давно выходить уж пора, да. Спасай ситуацию, канибаба. Убери ульку, выходи. Иди сразу на мид. А, это красиво. Короче, пушит в башню. На миду сейчас сломает, да. Так тебе и надо. О, огоньки. Ой, как здорово. На голубу ушли. Криво и надо. Нижнюю, верхнюю? На наш. Вау, на нашу. Вот это ответ, от которого я ждал. На какую верхнюю, нижнюю? На нашу. Да, это самый точный ответ на свете. Да, да, да. То есть сейчас низ, низ гамбли буду. Ну, вообще-то, перекач всего 3К, практически ни о чем. Его не было, это только-только. Ну, я штыпал ей. Ну, пока... Ну, что, я ничего не получил, а? У меня так, такой нет. Бегите все, бегите все оттуда. Я эту драму снимаю. Ужасно. Вау, молодец. Ты выправил ситуацию. И засчитали тебя башни. Клево. Чего-чего? ВДВ убил Лука и засчитали его смерть башни. Что просто охеренно. Ну чё, я на мид возвращаюсь качаться, наверное. Наверх-то кто-нибудь пойдет? Наверх, давай я бабы пойду. Внизу башню вдвоем несут. Сейчас снесут башню. Сможешь корни взять? Только что. Офигенно, офигенно. Не достанет. Невероятно. Я пойду голду заберу. Задолбали, чё они сдаются? Потому что поняли, что не раки. О, кого-кого. Кого убрать контроль? О, дед. Вся надежда на Лука. Возьми в корни или что-нибудь такое. Я только что в корнях он был. Хорошо, что его башню стало бить. Вот так. Побегали за мной маленько. И получили. Давай, ВДВ. Да не, у меня КД всего. КД всего? Звучит как ушиб всей бабушки. Ну чё там, чё там, чё там? Дака мёртвая. Фунды. Да нет, все уже, они ушли далеко.
Отхиливаемся, отхиливаемся. Я отхиливаюсь от того, что навыки применяю. Ты можешь нас навыком отхиливать, кстати. Да, спасибо. Я вот отхиливаю вас. Как-то ВДВ мне это... Лес-то чистите. ВДВ, в лесу почистись. Ой, поотхилься на крипах. Чё давайте вверх? Ты хочешь гангать? Да у меня ульта есть, я от ульты похилю. Мид у нас, мид. Да не, нормально, нормально. Я иду кормлю. Ну, как хотите, если сможешь. Ну, ты будешь кормивать? Я не побежал до нее. Её, ну его. Опять я зря ультанул, блин. Что-то мне сегодня не везет. Ну, то есть как не везет? Тенью я нагнул. Люди сверху идет, вот здесь вот, как его, мужик. Глиф проверяет. Воевода. Да, да, воевода. Ну, для меня он мужик. Может, голду своруем или что-нибудь такое? Я же на луку ворую. На, губьем, с ума сбрендить. А ведь это вроде как танк. Ты пойдешь сюда. Отменили. Воевода, уходи. Башню ломаем. Пойдет. Блин, я застанил или нет, не пойму. Сейчас егеря убьет. А не. Хорошо. Вкачанный лук — это очень круто. Как-то лагает сегодня немного. Угу. Давайте правильно. Наверх. Так, я лес подключу. Че, я наверх, наверное, скажу тогда. О, наш этот пронес ихнюю башню, прикиньте, пока мы тут фигней страдали. Ой, как здорово! Может, мы сейчас... А дайте верхнюю снесем, тут егерь, он быстро сносит. Блин, лучка одна, кажется, полезна на них. Опасно. Пошла она там целая? Ой, дака. Нага внизу быкует. Кляну-ка я их голду, может, сворую. Эх, пусто. Всегда мечтал и мечтал. Так тебе и надо. Спешу. Мини-замес, ребят. Вот я мудак. Я истратил ману, которая на ульту предназначалась. Уходим. Ну все, он убил одного со родной земли. Прикиньте, у меня маны нету, и я взял цветок, создал вместо ульты. Потому что ультоват я хочу. Видели? Нет, ничего я не видел. Прости. ВДВ, беги, ВДВ. Да нет. Все, не застанется сейчас. Уходим на базу хиляться. Видишь, просто у нас амазонка как-то вроде бы играет и... Нормально она играет, просто она одна слилась сейчас. Просто ей не надо было никак сливать. Ну, какая разница? Амазонка, она всегда за спиной стоит. Она лезет вперед. Все нормально, чего переживаете? А дайте пока у них раненая криво нападем. Они сейчас по-любому нашу голду хотят забрать. А егер сыграл 8 лука. Даку забрать, неплохо. Посмотри, короче, на билд егеря. А билд егеря в собаке. Спешу. Вообще ни о чем. Ну то есть... А, вон они. Скилла у него вообще нету никакого. Чё? О чем вы? Посмотри билд нашего егеря и его счет. Да что вы в чужом бревне глазо не видите? Блин.
Как там правильно? Жиру глазу в бревно, а Сарина в своем... Да, Саринка видит, в своем бревно. Вот это ты запутался, чувачок. Жаль, тебя убило. Я создал пти, я создал специально вам этих, как он называется-то. Создал цветок специально. Почему они все время хотели сдаться, когда тут ясно, что мы можем выиграть? Кто-нибудь может мне вот это объяснить? Ну, здесь не совсем ясно. Да все ясно, что тут, блин. Вы видели, как они по одному к нам стпшились? Стпшились друг за другом паровозиком. Да как тут можно сдаваться вообще в такой игре? Я наверх. Блин, ульта, не дали мне ульта. Печально вообще. А, почему лук не бьет того же, кого я? Ну что за херня? Вот чё, блин, тут мы проиграли, надо сейвиться. Вообще-то мы могли сейчас всех забрать, но просто надо было в одного бить, ё-моё. Так-то я, конечно, ультанул и остался, но, бля, ну... Я думал, что под моей ультой-то заберут как-нибудь кого-нибудь. Сраная зима. Зима близко. Два капель. Давайте мид соберемся. Ну, как раз есть. Я еще не наигралась. Спешу. Эх, егеря сейчас уберут, наверное. А нет, убегает. Ого, мне уже команды отдают, покиньте. Ай, дайте нападать или дефить, или что мы будем делать? Как прикажете, так. О, ВДВ сейчас нагу приманит. Нет, это не баба, тебя там могут в одиночку, там тебя сольют и все. Как бить поставил? Колупу. Блять, воевода, наверное. Пока у него нет рядом крипов, он не очень сильный по стойкости. Ой, зашибся. Криво, да. Криво. Криво замедляет, как бы. Дапу не надо будет бить, конечно. Ну, не надо. Мы уже раздамажили, я начал в него покусить, потому что когда... Пусть на секунду кормили меня. Они хотят убить Даху прям. Пипец, как они сильно хотят его убить, они все его бьют. Ну то есть два этих, кто там с нами. Егерь с этим. Ребят, вы сейчас вот дальше иногда не уходили, ждали, пока сейчас соберется. Мы не уходим. Смотри, а егерь успел отдаться в одиночку по-тихому, да? Ну, криво его забрала-то. Красавчик вообще. Хватит видеть глазницу в, блять, в бревнах. Старинку видишь. В бревне глазница, я понял, да. То ли я, то ли не я. Он почувствовал мой настрой. Прочти. Да ладно. Что вы какие-то самобичеватели? Чужий бичеватель, блин. Короче, я к вам тпшусь, у меня есть ульта, и мы можем начинать замес. Все, ну, готовы? Что он говорит? Он что-то страшное сделал. Колодаку или где? Да чё, у меня ульта готова. Прийти, поставьте, кого дамажит. Деда, воеводу в первую очередь. Все, он понял. Там быстрее вкладывается. Если рядом крипов много, то воевод бесполезен. А вот если он убежал от них, как нубас, тогда да. Так тебе и надо. Да, как хотите.
Че, начинать надо? Ооо. Всего разобрали. Ладно, я убегаю. Уходи. Уйду, уйдешь тут. Он не смотри, видишь, не успел. Давай. Воду херачим. Мы убили криво, воду. Криво, если хотите, вот криво. Криво заберите. Да не заберем. Да что ты? Ну, ладно, забрали. Каким-то чудом. Окей, драка ложится, а червяк сам по себе сдохнет. Блин, все-таки как меня удивляют игры на лоу-рейтах, это прям танк убивают первым и при этом еще побеждает. Как так? Я застану его сейчас. Застанил. Да блин, а все. Давайте заберем этот, как его, домик дебильный. Или драка, заберем. Ну давайте драк. Просто там домик беззащитный, ну ладно. Тут нет логики, я понял. Давайте уже забирать. Лишний прайм. Нос перекачиваем. Вверх пушим, да? Хорошо. Да мне пофигу уж, давайте хоть что-то кушать. Ох ты, лук, как хорошо пульнул. Мой прайм. Ох, драка в кайфе. Я нагу убил. Боже мой, что я делаю? Я бил нагу. Мне стыдно. Но в целом все нормально. Вау, капитан очевидность говорит, что надо бить башни. Не, главное дело, мы под драком, они пришли по одному. Это, ну блин, еще наши еще сдаться хотели тут. Ой, я лагаю что-то. Очень лагаю. Блин, выкладывать это видео или нет? Вроде как-то фигня какая-то. Ну конь затащил, вы поняли, да? Вы звали коня, и он пришел. Да, да. Ну как сержант. Вот это лаги, люди, я сейчас вылечу, награду не получу, поняли? Давайте. Я тоже завис. Бля, неужели? Все, я тут. Я тут. Быстрее давайте сносить базу, а то мы сейчас награду не получим. Все жмем на главное здание, прям жмем на главное здание. Я до сих пор вижу. Нет. Я хочу награду, хочу награду. Компьютер что-то завис у меня, блин. Идет получение наград, но не может прийти. А я там вылетевший считаюсь? А мы победили уже? Да, мы победили. А, я вылетевший засчитался или нет? Знаю, не показывает, что ты вылетел. Ну, а я? Если не показывает, значит, все нормально. У нас вообще и перекач бешеный, и по киллам 35-26. Чё сдаваться собирались? Да все всегда сдаются у вас. Они не понимают, когда надо. Когда действительно надо. Знаешь, когда надо? Вот если, предположим, перекач 20к, и при этом вы в замесе уже не можете победить, тогда да. А вот если перекач 20к, но ты можешь хотя бы один замес кого-то убить, тогда еще можно даже потрепыхаться. Ну что, выход? Более. Тогда я выхожу.